Так, девчонки, еще расскажу немножко о клубнике ремонтантной. Вот такие вот огромные ягоды у нас тут еще есть. Вот там тоже. Так вот, я думаю, что ее действительно выращивать стоит. Смотрите, вот тут уже там ягоды есть. Здесь зреют. Вот она дает ус и сразу, видно, не видно, она дает ус и сразу этот ус цветет. Сразу же расцветает и уже с ягодками. Очень хороший сорт. Не спросите, какой. У меня здесь разные сорта. Усов дает она, конечно, немного, но действительно они хороши. Эти там вот целая куча. Это второй заход. Я еще вот даже их не обрабатываю, клубнику. Потому что вот эта гряда, она пол гряды, у меня ремонтантная. Вот здесь вот осенью мы выкапываем такую V-образную яму. И туда закладываем траву и потом суперфосфат закидываю. И вот так мы его оставляем до немножко земли и доставляем, чтобы там перегнивало. Ну, вот так вот мы выращиваем свою. В общем, покупайте ремонтантную, это не обманка. В общем, ягод на второй раз много.